Scama Challenge 2014 – это международный интеллектуально-спортивный турнир, который набирает свою популярность. И в этом году в нем участвует 10 команд. Мы пригласили для участия школьников не только из Перми и городов Пермского края, но еще и из таких стран, как Белоруссия, Азербайджан, Сербия. Цель этого турнира в том, чтобы собрать вместе комьюнити таких одаренных школьников, создать им такую среду сопротивления, чтобы они решали сложные задачи, развивались и знакомились между собой. Ребята будут соревноваться в решении физических, математических задач, будут программировать, будут заниматься спортом и, естественно, общий зачет будет подводиться по этим четырем видам. У вас здесь 40 человек, это порядка 800 связей, которые могут быть, в общем, образоваться. Среди вас есть будущие Цукерберги, Брины или Лоны Маски, да? Поэтому знакомьтесь друг с другом, и потом в будущем это вам может очень сильно помочь. Мы постарались создать условия, в которых ребята могут не только проявить свои умственные и физические способности, но еще и имеют возможность комфортно и свободно общаться. Мы в 9 классе, учитывая, что здесь из лицеев 10 и 11 классов, мы занимаем достаточно нормальные места. Впечатление хорошее. Думаю, если бы мы были на несколько лет старше, у нас было бы больше шансов победить. По физике у нас был очень один умный человек. Он нашу команду вытащил. По математике все как бы решили нормально, но засчитали только одну задачу. Ну а так все очень хорошо. Впечатление хорошее у всей команды. Очень рады гостеприимству стороны, которая нас принимает. Слаженная работа и организация поражает своим уровнем. Я участвую в Scama Challenge уже второй год. И в этом году мне понравилось, что команда не 12 человек, а 4. То есть все должны участвовать во всем. Мне кажется, это хорошо подходит цели проведения этого турнира. То есть что человек должен быть и умным, и спортивным. Наука и спорт, они неразрывно связаны. Спорт дает тот необходимый базис, тот фундамент для того, чтобы работать, заниматься наукой, выкладываться на все 100%. Дорогие друзья, на самом деле сегодняшний день будет посвящен спорту. Вам желаю удачи и хорошего настроения. Аплодисменты себе, команды. Такое объединение, оно позволяет лучше раскрыться школьникам, более комфортно общаться, и, на наш взгляд, расширяет их возможности как в учебной и научной части, так и, безусловно, позволяет им более гармонично развиваться как личности. Еще до начала турнира я знала некоторых людей, также благодаря Олимпиадам и другим мероприятиям, связанным с научной деятельностью. Но сегодня, например, я успела познакомиться с девушкой из Сербии, Марианной. Здравствуйте, меня зовут Марьяна, моя команда приехала из Белграда. Нам очень понравилось соревнование, потому что оно различито от всех соревнований, мы участвовали. I think this competition is very good because it's a team competition. It's trying to encourage team spirit and working all together, communication, and it's trying to connect sports with mathematics, physics, and informatics. Приехали на Scama Challenge. В первый день было три виды соревнований, три вида олимпиад – это по физике, программированию, математике. Мы выступили довольно-таки хорошо, познакомились вот с ребятами из Минска, они живут с нами в одной комнате. Здесь все уже
почти прошло, и мне все понравилось. Мы когда уже летели в самолете, увидели снег, очень обрадовались, потому что в Баку, когда мы ехали в аэропорт, под 30 градусов было, это нечто. Мы так обрадовались, что мы первые увидели снег, кто из Баку. Выходили, гуляли по городу, везде снег. У нас это очень редко бывает, я скажу честно. То есть снег у нас бывает раз в 2-3 года. Сочетание науки и спорта очень четко организовано. Детям это очень нравится. Я думаю, что они, прибытие в свою школу, лицей, будут там делиться своими впечатлениями. Нам здесь все понравилось. Нас прекрасно встретили, нас разместили в замечательную гостиницу. В первый день нас провели в университет и показали замечательные эксперименты, в которых ребята сами могли принять участие. Организаторы, они просто такие молодцы, они всегда улыбаются, они всегда готовы ответить на все вопросы. Военный прогноз клуб друзей 146-й школы, они замечательно придумали мероприятие для школьников, и мне кажется, даже совместили несовместимое спорт, физику, математику, информатику. Может быть, так оно и должно быть, ребята, дружите со спортом. Уже второй день мы находимся на Кама-челлендже. Только что сыграли в стритбол, отпрыгали на скакалке, отпрыгали прыжки в длину, и сейчас ждем веселых стартов. Эмоции бьют ключом, пытаемся всех побеждать, идем к победе. Спорт помогает развить в себе волевые качества, оптимизм, верить в самое лучшее, верить в победу. В науке это тоже очень важно, чтобы двигать науку вперед. Мы надеемся, что турнир пройдет с успехом, и ребятам понравится, они приедут нам в следующий раз. Организатором турнира является клуб друзей школы 146. Друзья школы – такие компании, как «Газнак», «Прогноз», баскетбольный клуб «Парма» поддержал это мероприятие. Ну и, конечно, правительство Пермского края, администрация Перми. И здесь, безусловно, нужно всем сказать большое спасибо. В 2014 году победителями международного турнира «Кама Чалендж» стали ребята из гимназии номер 9 Екатеринбурга. В 1922 году вратарь сборной Дании по футболу получил Нобелевскую медаль по физике. Его звали Нильс Бор. Поэтому всем вам успехов не только в точных науках, но еще и в спорте.